Вырвать глотки. Че? Видно? Да. Ты слишком переживаешь. Давай я буду на барабанах играть. Hey, Гэрис, всем привет. Сегодня новый день, а значит новый влог. Сегодня у нас новая репетиция, ежедневные репетиции. Гэри, каждый день. Я такой смешной, что я могу не шутить. И все равно смешно. Роман, ты такой классный, как будто бы ты... Классный. Классный. Роман, если бы у меня было отчество по маме, то я бы был Герман Татьянович. Смешно? Очень смешно. Очень хорошо. Роман Шутники, Comedy Club. Я заболел. Сегодня ночью в отеле было очень холодно. И у меня болит нос, хотя мы завтра выступаем. Просто жизнь боль. Ну что, мы поехали репетировать. Видео жарко настроение. Я говорю эксо, ты говори ценай. Эксо, эксо. Под фильтрами смотреть, мы рассветы. И под софитами блестеть. Ты как раз так одета, что хочу тебя. Другие маршруты, ты ничего не попутала. Все это так глупо, в твоей душе пусто. Будто разбираюсь на Эльбрус. Я продажный мир, надоел, надо мне уйти. Пока не поздно, я серьезно. Если б я была букбоксером. Маша, чтобы вы все поняли, Маша букбоксер. Букбоксер, она, короче, продает, получается, книги в коробках. Книги в коробках. Букбоксер. Бук. Бокстер, Мэри Сен, Бук, Боксер, Сен, Бук, Боксер, Мэри Сен, Бук, Боксер, Мэри Сен, Эй! Как это репетировали? Круто. Мы готовы завтра вырвать глотки. Да, он все сказал. Трево, ты должен был сказать, типа, чё? Чё? Твоя куртка, аромат духов, ничего не сломит нас, мы идем вперед. Завтра вообще будет супа дупа, круто. Помню я твой взгляд, ты смотрел как... Завтра вот здесь будет просто толпа. Самые лучшие люди в Украине будут здесь завтра. И мы будем с вами общаться завтра. Я даже волосы не расчесывала, я просто выгляжу максимально ужасно. Но вроде так не кажется, да? Что-то видно? Да. Йоу, всем привет! Мы сейчас готовимся к выступлению, у нас сейчас саундчек, чтобы завтра мы просто делали так. Дан! И было всем приятненько. Давай я тебе дам микрофон, и ты будешь за меня петь. Ты слишком переживаешь, давай я буду на барабанах играть. Я смотрела, как Нюта Ранетка играет. Мы поменялись телами, теперь давай меняться этими ролями на сцене. Обязательно смотрите наше видео с Андреем, где мы поменялись телами, потому что вы такое вообще не должны пропускать. Всем привет, ребят, с вами Мэри Сен, и сегодня... Извиняюсь за мой голос, видимо, я простудилась. Вы очень давно просили снять меня это видео, и сегодня, наконец, я исполню вашу мечту. Сегодня я снимаю видео мое... Утро... Это просто невозможно пропустить! Невозможно! Стой! Ты не можешь это пропустить, ты не можешь. Не, пожалуйста, не пропускай, ну немножечко, не пропусти, пожалуйста. Не пропускай этого, не пропусти, оно будет классно, да. Поэтому прямо сейчас переходи по ссылке в описании и смотри новое видео Мэри Сен «Поменялись телами с парнями». А,
Гэрисе. Мы отчекались. Завтра будем выступать. Мы супер готовы к выступлению. Так что я заклинаю вас завтра приходить на выступление. Но вы это смотрите уже после выступления. Тогда я заклинаю вас на позавчера. Или когда там герои в логи выходят. Гэрисе, Андрей просто бетон. Он все сыграет. Контракт уже подписан. Все хорошо. Так что Андрюша у нас. Андрей, ладно, все же хорошо. Классно сыграл. Ты молодец. Только в одном месте там забыл. Но завтра ты, надеюсь, вспомнишь. Андрей, на самом деле, хороший барабанщик. Когда мы приехали сюда, нам сказали, ну он же сыграет. Каких-нибудь обычных барабанщиков. Он же у вас не профессионал. Он у нас профессионал. Гэрисе, в туре будет и тюн, и дилей, и ревер, и все. Гэрисе, вы знаете, вот что-то. Вот сегодня уже прям неохотно ничего снимать, поэтому простите, если этот влог маленький, я просто устал. Я буду сейчас пить тюрафлю. Мне так нравится, как Дима вот снимает все время, вот эта вот рука, знаешь, такая, просто вот. Так что, Гэрисе, завтра новый день, завтра видеожара, значит, завтра новый влог, завтра мы будем... Новые эмоции получать и новое настроение. Так что завтра новый день, значит, завтра новый влог. Всем пока! Это Гэри каждый день, эй-эй-эй-эй. Это Гэри каждый день, эй-эй-эй-эй.